Изя, что ты таки делаешь? Ты что, дурной? Да что ты его грызешь? Ты что, голодный? Ну ты что, не видишь? Я же снять хочу. Нужно поменять подшипники. Старые подшипники уже. То есть ты мне сейчас заявляешь, что для этого дела не предусмотрен инструмент? Ну так же ж есть инструмент, съемник он называется. Но ты цены видел какие на них? Он стоит столько, как, блин, 2 кило нефти. Так это дядю Гришу знаешь? Это тот, что тетя Розе сестры муж. Я был у него давеча в гараже. Так он себе такую приблуду сделал сам. А это ж какая экономия? А экономия в нашем деле это самое важное дело. Итак, чтобы реализовать идею, нам понадобится стальной квадрат, небольшой лист и стальной прут. Я взял на 13 мм, но можно и больше. Вот по каким размерам я все обрезал и изготовил нужные детали. Под 12-й пруток идеальным отверстием будет 13 мм, чтобы прут свободно ходил. Вот какой домкрат у меня есть. Это самый обычный двухтонный домкрат, и для моей идеи он сгодится как раз. Можно использовать и пятитонник, но у меня он не рабочий. Кстати, когда вы работаете коралловым диском, вы кожух снимаете? У меня диск трется об кожух и придется его снять. У вас были подобные проблемы? Напишите в комментариях. Толщина стенки стакана у домкрата около 1 мм, и я решил использовать 2-мм электрод с обратной полярностью. И, конечно же, нужно иногда поливать место сварки, чтобы внутри домкрата не закипело масло. Такие ножки получились, и как видите, они свободно ходят в прутке и позволят захватить подшипники от маленького до большого диаметра.
Ну и давайте посмотрим, на что же способен съемник. Электродвигатель на 3 кВт, и подшипник у него, как сами понимаете, не маленький. Как вам самоделочка? Что скажете? Пригодится в хозяйстве? Кстати, замечу, что домкрат можно использовать по его основному назначению, а заприваренные ручки его даже удобнее переносить. Получается, что самоделка 2 в одном – съемник и домкрат. По-моему, удобно. Кстати, у меня есть еще 2 домкрата в нерабочем состоянии на 2 и на 5 тонн. Если вам интересно, то я могу сделать ролик, как я буду ремонтировать эти домкраты. Информация вроде актуальная, что скажете, вам будет полезен такой ролик? Обязательно напишите в комментариях, я их все читаю. Надеюсь, что самоделка вам пригодится, тем более при таких-то ценах на хорошие съемники. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр и пока!